Я оборачиваюся. Щуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Много видов, но все одна суть. Все останавливает нас здесь. Оставляет нас здесь с тобой. Человек, которого зовут Михаил. Нав 4, он что-то там еще. В истории, которую он создал. Михаил, найди ключ, чтобы открыть замок. Избеги тех, которые потеряны в огне. Дай его нам, и мы обещаем. У его киндред будет твои желания восполнять. Я не хочу, чтобы его киндред восполнял мои желания. Я хочу свободу. 6, 9, 2, 3. 6, 9, 2, 3. Чё? Ладно. Ты чё, бля? Фредис. 2, 3. Но тут аниматроников, тут один аниматроник, тут два аниматроника, тут четыре аниматроника, тут три аниматроника. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Эй! 9, я понял. Возможно, это последовательность по тому, сколько аниматроников. 9, 6, 3. Ебой! Не поворачивай! Так не поворачивайся или не смотри! Мы уже проиграли. Мы отвернулись. Я отвернулся в тот момент, когда он сказал не отворачивайся. Ну что ты свою руку разъявил? Ну что? Иди сюда, давай драться. Драться хоть? Чего ты говоришь, нельзя пройти? А я возьму и пройду. Никогда не отворачивайся от него. Он двигаться будет, когда ты... Когда ты отвернулся. Ладушки, оладушки. То есть, я должен отвернуться. Ну, короче, как в SCP, как с этим, как с Феней. Я отворачиваюсь, он бежит ко мне. Ну да, я понял. Тут ничего такого сложного. Тут ничего непонятного, тут ничего нехорошего не происходит. Как бы все легко, все просто, сука, бесит меня это. Пойдем. Как вы, Вантус? Туалет, вы нормально? Вантус! Пойдем со мной. Почему он не берет с собой оружие? Это такое хорошее оружие было бы. Можно было вот этому вот, отодвинуть его руку, отодвинуть его самого. Ну, наверное, он бы обиделся. Приветики. Прикольный такой. Только вот я не знаю, куда мне идти. Мне идти вот туда. Так, окей, я, походу, не пройду здесь. Потому что я его, наверное, цепанул. Но я как бы проверю, я ж не сыкло. А, нет, цепанул. Видал, что могу? Так, а что мне там делать? Я типа пришел, я типа сделал штуки. Но этого недостаточно, этого ведь мало. Он сейчас ко мне подойдет, там что-то написано сзади него. Темный Фредди, 4 подарка. Сзади него на коляк. Не отворачивайся, не смотри. Да хер ты меня пугаешь, я и не пытался смотреть. Не поворачивайся, не отворачивайся. А что мне делать тогда прикажешь? У меня что, шоколадным глаз есть, чтобы смотреть назад? Я не умею так. Бля, давай посмотрим, насколько он подойдет. По стойке встал. Ага. Ну ты дабаешь типа? Ну молодец. Идешь в ритме с модой. Молодчага. Петуля. Таро. Только что мне с тобой делать? Идите колотить, что мне с тобой делать? Ну клево. Вон там нарисовано 3 подарка. Один нарисованный. Или кто это? Или это? Темный Фредди. Это что-то типа Shadow Freddy. Shadow Freddy туда смотрит. Мне надо его обойти, чтобы посмотреть в ту сторону. Shadow Freddy, 3 подарка. Я не понимаю. Нет, ты подожди. Что, ну поднимаешь мне ладошку. Ну шо? Так, Фредди 2 подарка. И вот там 1 подарок. Чем делать с этой инфой? Там еще один код. А каким образом я введу этот код? А я могу закрыть дверь? Могу. Ага. Вот она какая канифоль получается, да? То есть я должен его сюда завести, закрыть дверь, и после этого я смогу пойти туда. Я понял тебя. Но только смогу ли я закрыть дверь отсюда? Давай. Открываем дверь, подпускаем его сюда, и после... Да, я понял. Я его подвожу к туалету, потом... Да, вот зачем дверь так медленно закрывать? Все, у меня все сошлось. Теперь мне все будет понятненько. Ты сейчас шаболда у меня все получишь. Так, только мне надо будет возможность обойти. Значит, давай, к туалету. Топай. Потихоньку, по шажульке. Понемногу, тихо. По шажулечке. Вот, молодчина. Блять. Страшно. Я не знаю, куда именно мне его сюда, наверное, привести, да? А потом вот так вот обойти. Давай, не ссы. Подходи. Я как бы сниму наушники, ты не снимай, ты... Я не боюсь, это просто... У меня уши устали. Места мало в ушах, что? Неважно, в общем. Не бойся, все хорошо. Давай, ну не ссыкунь ты.
подходи. Что ты мне лап свою тянешь? На кой мне твоя лапа вообще? Не-не-не-не-не-не. Нужно ближе. Нужно еще ближе. Давай вот сюда. Ближе, поближе. Да подходи ты. Сколько можно? Наверное, что-то вроде этого. Давай пробовать. Давай пробовать. Теперь. Мне нужно просчитать тайминг. Теперь самое сильное, самое жесткое. Мне нужно как-то посмотреть, где именно этот ключ. Ага, вон он. Ах ты, хитрюга шустрая. Хорошо, я должен его еще ближе подвести. Просто мне нужно быстро перевернуться для того, чтобы переключить кнопку. И мне для этого нужно время. Давай. Еще немножко. Ой, как ты близко-то. Слушай, мне твоя такая близость вообще не радует. Теперь план капкан. Мне сейчас надо отвернуться, чтобы посмотреть, правда. Нажимай на мать твою кнопку! Мне нужен звук, чтобы слышать, нажал ли он. Но, по-моему, я просрал момент. Ты прикалываешься? Ты типа, тебе нравится не нажимать на сраную кнопку? Или что, я не понимаю? Тебя это заводит? Что, как? Давай! Еще! Подходи ты до конец! Да какое это сыкло? Я не понимаю, ты аниматроник или кто вообще? Или пришелец с планеты? Жопа, да... Сыкло ты драное. Еще, подходи... Ой. Не так близко, дружок. Вот так. Нормально. Вау! Если бы его звали Димон, то тут можно было закричать бы. Но, так как мне... Наоборот, это на руку. Тогда я наоборот крикну. Димон! Обхитрил. Мозг. Не то, что твои вот эти вот шестеренки финтиплюхи в голове. Мозг. Кстати, возможно, здесь может опять произойти та тема, что, знаешь, мне скажут, типа, ты должен резко убегать. Там была последовательность. Shadow Bonnie, Фреддик. Shadow Bonnie, Фреддик и кто-то. Я еще где-то видел одного. И Фокси. Shadow Bonnie, Фредди, Фокси. Комбинаций-то немного. О! Та-дам! Я же говорю, комбинаций-то немного. И чё? Фак! Еще одна кнопка, и, наверное, это откроет эту дверь, да? Это сейчас откроет эту дверь, и мне придется перебегать обратно. Ай, ладно. Та дверь все еще закрыта. Ага. Там все завалено. Щит! Он пропал! Зачем мне ключ? У меня есть ключ. Я очень рад. Ладно, пойдем в унитаз посмотрим. Извините, что? 03. Что? Что? Почему? Каким раком я здесь? Ладно, что меня ожидает в темноте? Бля, я ненавижу такие места. Моя клаустрофобия начинает действовать. У меня нет на самом деле особо, но мне все равно неприятно идти в темноту. Фонарик, блядь. Тебе вообще пользы нет вообще ни разу. Не мог бы ты работать как-нибудь нормально? Светить что-то ближе, чем... Не оборачивайся. Иди вперед, не оборачивайся. Я не собирался. Если бы ты, сука, меня не испугал, я бы вообще не парился и шел бы прямо. Мне хочется вернуться, но я не буду. Там по-любому меня ожидает какая-нибудь канитель. Бонни поломанный, к примеру. Ну, судя по картинке было. Хорошо, привидение. Подсказывай мне, что делать. Если сейчас появится какая-нибудь шняга впереди, мне, наверное, все равно не надо будет оборачиваться. Я вижу что-то впереди. Дверь. Сзади. Вот этот момент, когда какая-то херня бежала сзади меня, это самое страшное для меня. Кантиль, Вантус, ты как? Унитаз, ты как? Вы все еще в порядке? Сколько я сюда кирпичей накидал, смотри. Просто для воды места нету. Ладно, мы прошли этот уровень. Нужно было просто не смотреть назад, это не трудно. Мы действуем, мы прикидываемся, мы играем, мы останавливаемся, мы глядим, мы кричим. Мы приносим его видение в жизнь. Потому что это то, как мы живем. Потому что мы наслаждаемся созданием. И сжигаем то, что остается. Ну нахер. Мы остаемся. Ну классненько так-то. Да вы, блядь, издеваетесь, что ли? Теперь мне с тремя надо справляться. Я и с одним-то еле разобрался, и теперь с тремя? Как я это должен провернуть? Давай, по старой тактике. Ну-ка, подходи. Давай. И друзей своих веди. Молодчики. Да давай. Что ты такой стеснительный? Их двое, да? Их всего двое. Третьего же нету нигде рядом. Я надеюсь. А! Здесь еще и стоямбы вот эти. Просто шустренько идем. Оглядываемся. Стоямба справа. Тихо, не ори. Не ори, кому говорю. Так, значит, мне надо от стоямбы уворачиваться и вот на этих постоянно пялить. Так, стоямбы. Стоямбы стоят. Бегунки стоят, тоже ждут.
Дверь открывается, дверь открывается, дверь открывается, дверь открывается, дверь открывается, дверь открывается. Блядь! Испугались? Обосрался. Я понял. Ты думаешь, я не понял? А я понял. Ты думаешь, ты что еще сомневаешься? А ну иди сюда. Так, нужно подвести сначала этих челиков. Эй, вы! Входим эту сторону. Блядь! Шо ж ты срываешься-то с места, сука, еще так страшно? Просто. А, вон он. То есть мне сейчас его надо выводить, обходить, ядрить, колотить? Да ладно! Вы что, гоните, что ли? Каким раком я это должен провернуть? Так. Значит, сейчас я вижу обоих. Как только я теряю из зрения одного, он сразу подходит. По-моему, я уже немного проиграл. Но я думал, что я выбрал самую нормальную местность. Если я сейчас пойду прямо, тогда на меня нападет право. Если я пойду смотреть туда, тогда на меня нападет это. Господа! Давайте мы не будем делать поспешных решений. Мне жопа! Не, все, это хана. Просто хана. Если я кого-то теряю зрение, я слишком близко! И по-любому кто-нибудь из них на меня нападает. Как мне надо это сделать? Мне это надо как-то провернуть так, чтобы, когда вот этот выходит, мне, наверное, тех надо вообще не подпускать к себе, чтобы у меня была возможность вот этого челика вывести и обойти. Мне нужно как-то их вот так вот обойти, чтобы со стороны... Он еще не пошел. Он пошел. Тихо. Пацаны. Идите нахер. Упыри. Думали, что со мной справятся. Трижды ха-ха. Во-первых, я застрял в двери. Это норма? Я в двери застрял! Я провернул такую технику и застрял просто в двери! И чтобы заново начать... Мне заново придется начинать. Потому что никто меня здесь не убьет! Сука! Убейте кто-нибудь главного героя! Вы там стояли толпенью, что вы исчезли, когда вы нужны? Где, сука, герои, которые нужны этому городу? Где они, которые могут добить бедного героя, застрявшего в текстурках? Суки! Топ гейминг in the world, господа. Все, вертел я все это. Начни это оттуда. Do you believe in spirits? Иди нахер со своими призраками! Текстурки? Слишком сильны. Они сильнее всех, мать их, аниматроников. Ненавижу, презираю. Обоссу, когда увижу.